спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Сегодняшний выпуск для тех, кто остановился в прогрессе роста массы грудных мышц или силы, или того и другого. Если вы усердно тягаете штангу, гантели, и у вас нет прогресса, необходимо резко менять направление своего тренинга. И основной акцент делать на лучшее упражнение для грудных мышц в плане роста массы и силы. А это отжимания от брусьев. Сегодня я вам расскажу о том, как это делать правильно, грамотно и технически верно. Что в первую очередь нужно сразу же обозначить? Это то, что слишком глубокие опускания в нижней точке могут вызвать у вас проблемы с плечевыми суставами. Суставная сумка может растянуться и начнутся серьезные проблемы. Чтобы этого не было, необходимо опускаться до угла в 90 градусов в локтевом суставе. Либо чуть-чуть ниже, но лучше останавливаться на этом уровне. Тогда вы будете уверены, что нагрузка попадает точно в грудные мышцы и в трицепсы, при этом не затрагивая серьезно плечевой сустав. Чем больше вы наклонитесь вперед, тем больше будут работать грудные мышцы. Чем более ровно будет ваш корпус, тем больше будет работать трицепс. Если вам легко отжиматься, используйте цепи. Почему цепи? Обратите внимание, когда вы работаете с цепями, в нижней точке, в самой опасной точке, цепи, звенья цепи опускаются на пол, и вам легче. Но по мере подъема звенья цепи поднимаются, добавляя весу вашему телу. Соответственно, увеличивается нагрузка. И на протяжении всей амплитуды движения вы получаете адекватную нагрузку на грудные мышцы. Большинство людей говорит о том, что отжимание от брусьев – это упражнение для нижней части груди. Отчасти это правда, но вся правда заключается в том, что вся грудная мышца работает при отжимании от брусьев. Грамотно распределяйте цепи, следите за техникой, и у вас будут расти грудные мышцы, будет расти сила. Используйте различные варианты тренировочных нагрузок. От 6 до 8 повторений, от 10 до 12 и на максимум, когда вы работаете с собственным телом. Самое главное, следите за техникой. Вы можете целиком и полностью на 2 месяца отказаться от горизонтального жима штанги лежа. А я напомню, кто забыл, что это упражнение в первую очередь для развития силы. И нет смысла использовать его для развития массы грудных мышц. Гораздо лучше подойдут гантели. Ну а трицепсы и грудные мышцы лучше всего работают в отжиманиях от брусьев. После того, как вы 2 месяца поработаете, отжимаясь от брусьев и выполняя жимы гантелей, и вернувшись к жиму штанги лежа, вы будете поражены, насколько вы стали сильнее. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!